Дело в том, что ты об этом историк не знал. Тогда у молодой республики не было финансов, а тут откуда-то они и поперли. Не пролез, Запорожье. Официально были найдены теплые вещи, тарелки, утварь там, караван 30 судов и тут разбросало. Какой зарплаты? Вот. И зарплаты за 2 года. За 3. Или за 3. То есть это какая сумма приблизительно? Ну это в золоте что да платили. Сумма большая. Искали итальянцы, японцы и оставляли водолазное оборудование. Вот. В таком плане. Вот так вот у нас выглядит Генуэзская крепость, вид с моря. Поэтому, так сказать, ничтожное количество, 60 человек в течение месяца сдерживали 6000 ларьков. Отсюда английский флот обстреливал крепость. С другой стороны, англичане шли в атаку